Африка, куда вы полетели? Куда вы летите? Я вчера это уже слышал. А где ЦСКА там остается? Алло, а, ребят. Войт, я здесь куда, первый раз, где ЦСКА остается? Где находится? Если шо, сова за вас держит кулачки. Я же говорю, я не умею летать. У меня туда полетки нету. Туда и нету полетки. Как нету? Я всю жизнь летал, а тут нету. Куда в ЦСКА нету полетки? Там всегда у меня есть полетки. Вы неправильно летали. Мне казалось, туда пешком летают. Да. Он трезвый. А что за подруга? Квина, что ли? Друид это друид, да? Я так... Друид это сова. Дайте патч на меня. Кто, Маринка с вами или нет? Восьмой пати, отправляй всех, нормально. Белки нету. Белки нету. Ой, бля. Реально ливнуло с гильдой? Ну да. А я не знаю, я заблудился. Странные ребята. Сандрагоса. Вот если рыбы не будет, то мы умрем. Нет. А шипы этот кто у вас? ДЦ или шипы? Дориен. Два шипы. Вот так можно не бить, короче. Самый крутой просто не в рейде, вы его кикнули. Дай, Вольт, подожди, секунду скажу. Вот вы главное, вот не то, что прям в звезду вставайте, вы лучше до нее не добегите и встаньте. Но главное, за нее, чтобы не забегали. Что мы там? В этот момент можно сесть булки кушать. А вы на ступеньках бьете? Да. Да. Молодцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Трепещите, смертные!
Но ваша жалкая магия теперь бессильна! Нет. Что она сразу убила? Его девочка не заходит за глыбу. Полипал, падает бомба, ты не заходишь за склеп, ты не полностью прячешься глыбу. В чем дело? Дориан по той же причине упал, не спрятался от бомбы. Ну, бля, вот. Почему заморозилось три глыбы? Просто не видел кто. Потому что один человек стоял близко к левой глыбе. Вы не отходите от них. Вы не чувствуете. Кто заморозил сейчас, вы не чувствуете дистанцию. А что здесь? Я не успела. Без проблем. Каски нет, кулака нет. Сейчас бахну.
теперь бессильна! Я выбегаю спокойно, успокойся. Есть ХП у меня нормально? Где вторая метка? Одна метка только. Он каналом выше, если что, он, можно его позвать. Часто второй метки здесь не бывает. Сейчас кто-то умрет. Я попомню, беги. Туда или обратно? Надо бежать. Главное не под морду. Обновляйте доту взлетка. Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Последняя, да, падает? Mm-hmm.
Нет, повелося влево. Надо отойти в череп сейчас. Метка, метка. Дайте Гурскичу. Метка. Сейчас не разбивайте. Мне тяжко. Метка. Смотрите вообще, а. Роме. Потому что не надо было сразу разбивать. Подожди, Лукина. Что за ждёнка? Метка. Даю, даю, даю. Не разбивать, даю, не даю. Разбивать! Так кто же убьёт? Метка. Не говорить никто. Метка. Уйди! Да там кто-то стоял на метке. В сторону. Мою мать, дохиливали. Танка, поднимите. Да хилю, танка. Да, он как что. Вот, ну. Запомни раз и навсегда, когда притяжка, не надо разбивать глыбу, нас сразу сносит. Там реально дамаг проходит, слышишь, Вот? Ну, ты вот, ты вот, после вот если я тебе вот ошибку говорю. Знаешь, почему его сейчас убили? Потому что были гимны. Если бы ты, если быстро разбивает, стаки люди не успевают скидывать. Ты обращай внимание, ты не следи за собой. Не успевает скидывать, если за 2 секунды она сливается. Не успеет, Войт. 4 секунды. Я тебе еще раз говорю, я не успевал скидывать некоторые стаки. Я прожимал хилку сам. Причем здесь босс, блин? Там Вальки. Я в этом плане согласен, если нет у нас пока овер ДПСа,
кто лучше, метки оставляйте им 5%. Как только она кастанула, вот прошла анимация, бах, все проки выдали, сбили бомбу. Там еще есть 6 секунд, чтобы вынести новую метку. Тогда точно никто не умирает. Вон, смотри, Вальку сагрили. Фанами сбивайте, касты не сбивайте. Здорово. Кстати, как Хапал отъехал на Сандре? Сама хорошо кулаки держал. Как Хапал отъехал на Сандре? Кто? Да Хапал там... Не успел спрятаться, злой. Я говорю, Сама хорошо, видать, кулаки держит. Нет, просто перестал. Конечно. Тачдан там... Ты думал, да? С ремнем сидит. Куда пошли-то? Да, зачем она мне? Зачем? Пора не мешать, блин. Что? Не, она не мешает, старая. Она тут не на полу летает. Сколько за ней бежать, блин? На самом деле это... Был выбор, либо дохилить вас, либо... Я понял. На самом деле, Войт это делает, если вдруг будут вайпы, чтобы не вайпить. Лимон, ты тут? Да. Давай нашу тактику отработаем. Смотри, ты вот тут стоишь, ведешь атак духа, а я вот тут бегу, правильно? Да, перед мордой. Все, изи. Ждешь виски, идешь в рейд. Изи. Потом падаешь, а потом всех зовешь туда к себе домой. А потом обязательно видос мне скинешь. Ну вон, покажи, как надо с платформы падать. С этим, с гневом. Давай, и с криком за ВДВ он показал. Не, это к Войду, когда спрыгивание. Войд там, наверное, вчера ты в какую церковь ходил, Войд? Он за упокой ставил просто. Всю ночь, наверное, там проходил. Просто обычно люди ходят за здравие ставят, а он за упокой сразу поставил. Да, на Синдру и залечал. Давай, 2 минуты перекурю я сейчас. Какой перекур? Я уже успел покурить. Хант постоит на шарах, в смысле? Хант топ ДПС. Так, на минутку. У нас 2 ШП, то есть 1 ШП может проиграет. Предлагаю, чтобы Дориан играл, у него ДПС меньше, чем у мульти. Ну, а так нормально. А можно с лужей набегать на рейд? Я сейчас банка кончится, дай банку. Есть на хп банк. В трусы недалеко бегать? Хп есть банк, Войд. Будь отдать синий камень. Давайте трусы чуть поближе, реально далековато. Ну сдвинься вправо чуть-чуть. Да тебе не надо прям бежать в трусы. Там лимон поставить как надо, да и все. А тебе же, по идее, вот так рядышком, вот так вот, и назад. Вы можете даже не добегать в трусы. Достаточно подбежать сбоку к Шаркачу, а я диспелю. Почему диспелю я?
Что-то далековато она стоит. А скидай попавшим лимон. Каску. Ну, криганул так криганул, аж цитрамон тихо. Все вроде, да, каску у всех. Передымыч. Дориан, быстрее, бегу. Долго стоишь. Мужик, меня да, перекинулось, давай. На меня перекинулось. Давай. Да, все, это Ю. Потому что он стоит 3 секунды. Он не знает, что делать. Дориан, в чем проблема? Дориан, висит чума на тебе. Ты должен сразу подбежать к моему трэшу, который я танчу. Да-да. Дальше. Секунду показывают снизу беленький. Если у вас меньше 10 FPS, то у вас лаги реально. 60. Ну, если у вас 20 больше, то вы либо пиздите, либо я не знаю. На дурачка рассчитывайте. Я диспелила, когда он добегал. Я же не буду диспелить, пока он не добежал. Не хапал. Я диспелю, чему не отвлекайся. Хиль танков. Не могу пригласить члена другой группы. Да пусть попробует еще, что ты так. Все, если заход, я курить. Я уже тут. Синдра убили, да? Нормально. Со второго утра. Не помню, я сейчас фласку не выпил. Ну что-то такое, 44 500 под фласка было, там 45-46. Но это пока без баф, без песта баф. Я же что могу делать? Могу слетать, купить пояс 264 в патинах, броню поднять.
там либо таунт будет, либо капли, либо руки. Что получится. Что будет, точнее. А чё, кого ждём? Честер. Он же сказал уже здесь. Вот говорил же вам, что я нормально схожу. Ты когда проснулся? Сколько часов спал? Я вот буквально часа два встал. Часов 10, наверное, провалялся. Может, больше. Он же пробовал на прошлом КД. Два раза пробовал, два раза не получается. То есть он притворился, лучше разлилась, а она отскоками выносить начал. На пробел. На пробел. Вот так вот, и вот так вот делаю скачки. Да, на удобный, на удобный. Чё там, я все кнопки забиндены, и все удобно. У меня, допустим, на Е. Да. Секунду. Каску дать. Секунду. Войт, с тебя всегда крик на хп, чтобы я его не обновлял. Секунду. А мог остановить его, секунду. Не, у меня свои припоты. Честно, живи лосося. У меня свои припоты. Где лосось? А где... Кто-то сказал лосось кушать, а что-то нет или что? Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира.
Дро, ты будешь хилить, братан? Я руки ему отдал, чего он упал. Да, да. Он опять не захиливает. Именно мам. Даю, я даю. Сам хиль, братан, сейчас подохнем. Понятно все. Ну а что делать? Это очень слабо, шаман. Очень слабо. Шаман, я тебе руки отдал на первой фазе. Блин, ну это никуда не годится. Просто руки отдал тебе. Там у тебя было 5% хп. Мне пришлось руки отдать. Я не видел возможности. Большое. У всех улицел? Нет. Ну, как у меня. Нет. Ну, брат. Там все правильно. Чайник.
Каски. Нет аддонов вообще. Да, здесь у меня каски нету до сих пор. Там еще целая минута на баф. Жалко, что рыбы нет. Рыба нам помогла бы, конечно. Вы гневного прям вообще много лейте. У нас гневный не умирает, второй выходит. На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Да там в трэш переключились. Там было 6 продалавков, да, там начали массовку сливать их и уронили ДПС по духу. Вот ты проще забирай их. Оставь там парочку, а не надо толпу сюда. Ты забирай, у тебя под шумой они сдохнут. Клик на ХП. Иди, вернись обратно, все, я диспелил. Вернись в рейд, в сову. Дебаф рядом с твоей четверткой. Пропал, значит забрал. Почему нету? Почему нету? Не знаю, нету. Да, прощелкал всех, нет чумы. Да, делать его.
хант, можешь когда. Не, хант ни при чем. А как? Нормально вынес, на трэш была нормально кит. Еврей-то не кинул. Слушай, наверное, могло получиться так, что мон подбежал под огром и умер во время того, как отбегал. И она просто пропала, никого не кинулась. Да, чулан, скорее всего, ты прав. Что привело тебя сюда? Угу. Так. А ты потом уходишь? Если я буду, то только после 9. А что, тебе ДПС надо? Надо ДПС. Ой. Чем хилит, дана волна исцеления, цепное исцеление, пробуждение древних, щит земли, малая одна, волна 27, цепуха 53. Я мало не хилил сейчас. Не, мало один раз где-то кастанул там, может, мелочь какую-нибудь. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Приздоры не прочарены. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать твои отчаянные крики. Речь. Блять, у него тыня на хила, лунная пыль. Каску дайте, а, есть. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение.
Прайд. Да. Можешь попробовать сапрота пить. Заражение да не так будет сильно ебашить. Ну, вроде бы да. Вроде бы, если не ошибаюсь. Ну давайте попробуем разок. Ну, ДПС упадет сразу. Ну, это понятно. Три хила, там он не дешевонишь. Нет, а ты кого хочешь в три хила? В Дори, если только... Вот тогда пойдет нас. Чем могу помочь? Ну да. Мы не везут. Я убивал. В этом плане, что здесь AirDru, он профитнее, чем Мершам, потому что он держит рейд, постоянно рейд. Подходами. Не знаю, что нормально. И что шаман, что этот друид, они почти одинаково должны сделать. Ну, да. Монька. Либо мульти, либо турбойс. Я думаю, он с ПС когда с 9.5. В
Прилив сил зачем? Прилив сил надо в дамаг кидать. Вот в кидайте. Придание сил. Имею в виду не в мага, а в мультию надо. Не-не-не, в мага профитней. Мультия и так дает 10-500 почти. Пусть маг лучше дает больше. Как хотите. Я хуя додал и курить пошел. Да. Каску дайте. Кулак. Неужели прибыли наконец? Кулак. Честно. Я прыгаю. Спасибо. Крик на хп не забывай. Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Последние 8700 минут. Первый пул удается, да? 3000 гп. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил над тебе моего меня. Трэша у нас много. Thank you.
Блять, там... Всё, всё. Веди ее. Три секунды. Ты где, Мыч? Череп, встаньте. Череп. Перейдите на левую сторону его. На правую все. Отлича. За спиной Лича вставайте. Осквернение перед Вали не разглядывает. Дал Войду. Отбок. Запомни. Когда ставим за спиной Лича. Вроде не надо кричать ничего. Бог, мы уже поставили и хуй с ним, мы все равно в нее не полетим. Не надо, блядь, пиздоболить лишний раз. Вот Ромбик сейчас. Сейчас. Будет. Да. Валька сбежали. За спину. Две иронии. Да, ушла. Бейте, скажу, когда лужу. Уйди из-под этой, из подвала Гурс. Лужа. Руки. Давай в центр. Ок, там 5%.
45. Лужу направо. Не. Короче, помогай сферы бить. С той стороны, я с этой буду. Короче, сферу. Нету. Сфера. Так, капли нету. Дал каплю. Табурен сбиваешь. Каст только тогда, когда он начнет его читать, его не раньше. Лужа. А чё с ростом-то? ДД хилы, вы на перебежках стоите слева и справа от лича, чтобы вам не разливать лужу под лич. Знаешь, чем Казми? Объясните, ДЦ. Искренение. Сковывание нежити, сковывание нежити. Когда начнет кастовать? Уже. Нечего помочь. Да. Нет прожимов. Сколько там еще бить у меня, сколько тебе пальцы болят? Нету. Штаны отдал, сквернение. Ума не говорите, если кто согреет. Всё, забирай.
Да выставляю. Именно мало, да? Рост давайте, на. Да, давайте рост, реально. Дал, именно мало, дайте. Дал, гим. Это ротация, я не забираю. Лужа сейчас важная, лужа важная, ребята. Честер лужа. 3%! 10 капля. Есть капля. Все фулды давлеча. Еще сакры есть. 2%! Побивайте, я не буду даже дух по. Лужа. Один убили, все, вайп! Yeah. Убили! Вайп! А что, ДЦ не сбил, да, блять, каст, красавчик? А кто не сбил? Три хила мы убили, да? Да, три хила. Блять. Какие нахуй три хила? Херня три хила. Ну слушай, блять, реально, прям, блять, ручки спотел. Да, все, у меня все в КД, кроме, блять, двух дланей. Я не согласен. Не знаю. Ты подожди, подожди, прикинь, мне урон прилетел 761 тысячу. Короче, я согласен 50... с Войдом, во время трая лучше не пиздеть. Если Рэл как бы ошибается, то хуй с ним. Как бы это его прям. Но если с Рэлом там с первого, со второго трая босс убиваются, то почему бы и нет? Что скажут? Обличали. Есть у кого-то урод? Да, я сейчас линканул. Ребятки, ГЦ. А чистый влича есть? Да, есть, сейчас линканул. Чистый, я думаю, глупки там будет, я побольше. Бис отчила. А смотри, меня не убило, у меня ревностный спас. Паладин бессмертный. Короче, полечу. Бля, ДПС, подожди. Ты дай чисто полечу. Вот влича только. Дай, дай его. Вот, Курский третий, мульта второй. Ну у тебя неправильный, значит, блядь. Ну, не это знаю, мой, вот так... мой 4600, а ну. Еще у Пета 360 тысяч. А у меня Пета включенная. Ну покажите, покажите. Я объединяю питомца с хозяином. То есть у меня такая галочка. Я всех передамажил. Не питомца с хозяином. Долг. Защита моя. Я заслужил. Че за говна лутно? Правда, зачем ты видишь? Нахуя я КД вешал? О, этот ДД топор. Слушайте, пылить, да? Ну шо нахуй? Пушка, перчатка только шаману, а пушка мне или Войду. Вот, собственно, никому вообще не. Значит, у меня пушка. Если никому не надо. Бойцы, два меня слышно, нет? Да, слышно. Град, что убили, смотрите. Тогда Кару Гер будем идти, нет? ГП дадите, не? Да, сейчас все дадим. Стойте, не ливайтесь рейда. Лачданан, начисли, пожалуйста, рейду ЕП за Синдру Ильича и Тактунов, когда я принял Гурскому. Гурскому, да. А Мульти Гурскому. А ты разве не начисли в прошлый раз, вчера? Девочка тоже... Вчера не да, пушка не работает. Нет, нет, Лимон, ничего вчера не получилось. Ребят, ребят, я извиняюсь. Дим, ты тут? Да. Дима, ДНМ. Я тут. Смотри, девочка приняла КД, и она траила Синдру вначале с нами. Потом ее на честера заменили, потому что она немножко тяжело у нее было с хилом. Ну, все тяжело. Не, нормально справлялась. Короче, Синдру, она прохилила. Все нормально. Нет, я вам предлагаю одно. Кто принимал КД, без разницы, кто... 100% ЕП и все, потому что он принял КД, и уже его он девочку, не пойдет. Его девочку, пожалуйста, тогда в пати, и скажи, Дим, сколько всем за Лича плюс? Смотри, Тёма говорил 20 за боссов, Синдра Лич это 40, плюс за Лича то, что убийство сделали, еще сотку накинули. А тем, кто повесил КД, даешь... 50% за тех прошлых убитых боссов. За убитых. 50 за убитых и фул за тех, кого они убили. Вроде так, да? Вот, наверное, то есть я сейчас должен дать 100... Сколько? 140 или 160? Саш, 160 всем, и потом вы... его девочке сколько? У меня просто жесткач тут. Секунду, сейчас сверну. Сколько боев вообще шел? Вот так, нормально? Слышно меня?
Бой, сейчас скажу. То есть я сейчас должен задать 140 или сколько? Нет, стоп, залеча сколько? Да пару соток давай, да нормально будет. Смотрирую. 16.52, 30 пульнули лича, 17.08 он лег. 8 плюс 8, 16 минут. Ну, 15, как обычно, тратит. Ну, блин, я вообще устал. И заметь, заметь, никто не сдох, никто, ни один человек. Вот. Я говорю, я один сдох только. Почему сдох? В комнате умер. А, да, точно, в комнате же не сбили. Я вот не знаю, кто там умер. Слушай, согласись, ДЦ получше. Я не видел, что Брейд проседал на заражении, как в прошлый трайл. Три хила, блядь. ДЦ считует, конечно, будет получше. Не, видишь, как по идее. Три хила, она, конечно, лучше, да, для всех, там, все живут. Но, блин, а кнопки я устал вообще тыкать в три хила. А прикинь бы, так намного бы быстрее убили. В два хила. Тупо мульти свергнувший короля. Сейчас съем жрачку, чтобы быть большим. Пойду возле Сируса в Долоране стану. Шо? Ну все, будет. Ладно, тебе, вопрос другой. Тебе награда за то, что ты сказал час, есть? И за час все устраивали. Че говоришь? Войду, говорю, награду за то, что он сказал час, и за час всех положили. Да нет, что ты говорил? Говорю, у вас желание в кару есть, нет? Желание-то есть, но я сейчас ухожу, я и так зашел на полтора часа. Я если приду, то только вечером после девяти, наверное. Так, надо ачивы поменять. После 9, в принципе, я бы, знаете, куда сходил? Я бы сходил по десяткам Мэконе, Магик. Магик нет десяток? Нет. Только 25-ки и Гиры. А, ну вот, на Оню сходил бы и на Вик 10. А, и 25-ки. А я уже ходил. Ну, эти чудовища нужны, монетки там, все это говно. Как короче, поменять? Я забрал пушку на танка. Как звание поменять?